Небольшой мороз был зафиксирован в Тверской области минувшей ночью и даже утром. Неудивительно, что многие автоэксперты уже советуют сейчас переобувать машины в зимнюю резину. Традиционного снега на Покров в этом году не случилось. Тем не менее, морозы уже пришли в Тверскую область. Минувшую ночь в регионе отмечались отрицательные температуры. И хотя днем термометры снова показывали плюс, в ГИБДД убеждены, это не должно вводить автовладельцев в заблуждение. Настало время зимней резины. Производители зимних шин рекомендуют установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7 градусов в течение минимум недели. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Все это можно сделать в комплексе «Шиномонтаж 69». Он находится в одном из самых оживленных мест Твери, на бульваре Цанова. Наш салон оказывает услуги переобувки, варки, правки дисков по доступным ценам. Магазин работает с 9 до 9, шиномонтаж работает круглосуточно. То есть, если у вас случилась беда, вы всегда можете к нам обратиться, и мы вам с удовольствием поможем. Автовладельцы здесь не только меняют резину, но и впервые приобретают зимние покрышки. Ведь многие купили свое авто в теплое время года. У нас представлен большой модельный ряд ведущих производителей мира. Bridgestone, Viatti, Matador. Если чего-то нет в наличии, мы в оптимальные сроки готовы привести заказ. Круглосуточный режим работы фирмы «Шиномонтаж 69» водители особенно оценят, когда в Тверскую область придет настоящая гололедица. А значит, везде будут огромные очереди. На бульваре Цанова вам поменяют резину хоть глубокой ночью. Но лучше сделать это в спокойном режиме, прямо сейчас.